Advised, we have a visual on enemy paratroopers. Кто в команде больше всех боится или не любит летать? Артём, наверное. Артём. Он всего боится. Артём. Он вообще боится высоты. Вообще я не боюсь летать. Летать круто. Да что за сакс, бояться летать? Садишься в автобус, он просто летит и все. Вот у нас не любит летать Диман, потому что там надо ничего не делать. Кто больше всех спит в дороге? Наверное, капитан наш Диман. Он всегда спит. Диман. Диман. Поэтому он и не любит летать, потому что ни хрена нет что делать, и он спит постоянно. Спит в дороге, наверное, я. Постоянно в самолете сплю. Кто больше всех читает? Я читаю, Саша читает. Не знаю, кто больше всех. Не обращал внимания. Саша, Игорь, Антон. Читает, наверное, Саша. Постоянно он что-то с книжкой в самолете. А меньше всех? Диман. Я не знаю, он умеет читать вообще или нет. Кто больше всех пьет кофе? Саша. Менеджер наш. Саня. Сколько будет пересадок, столько чашек кофе. Саша. Почему Диман не любит кофе? Диман не любит кофе, потому что его штырит. Он хочет сразу раз хреначивать всех. Так вот, мы находимся с Антоном, и теперь мы зададим ему по-настоящему важный вопрос. Первый вопрос. Кто больше всех тилтит? Я. Кто дольше всех принимает душ? Ты. Кто дольше всех сидит на белом троне? Диман. Кто больше всех пялится на телочек? Ты. Кто больше всех пялится на мальчиков? Ты. Кто получит по еб***? Паша. Всем. Мы добрались наконец-таки до Катовицы. Сейчас у нас что-то в районе 6:30 вечера. Пойдем еще с ребятами ужинать. Добрались хорошо, с пересадочкой в Варшаве. На второй рейс у нас почти пара человек не успела и пришлось пожертвовать своим кофе в Маке уже оплаченным, но ничего страшного. Багаж получили, Антошкин чемодан разбили. Плохо с ним обращались. Но мы не отчаиваемся. Завтра у нас подъем в 9 утра. Идем на медиа-день, фоткаемся, снимаемся, веселимся. Куда ты идешь, Игорь? Я культурный. Какой ты культурный? Конвейер на меня. Сейчас приедем в отель уже, наконец-таки, пожрем, погреемся, помоемся. Не говори за себя. Вечером у нас запланирована пара карт с хорошими командами. Потренируемся, вспомним все, что было наиграно на буткемпе и до него. И будем настраиваться на наш первый матч с G2, который состоится уже в среду, по-моему, если мне память не изменяет. 17:20 по Москве. Может быть, раньше, если матчи будут раньше заканчиваться. Болейте, переживайте, мы будем стараться.